Вот он. Джейми, это мой парень, Дэн. Рад познакомиться, брат. Рад познакомиться. Али приводит своего парня. Я думал, что это должен быть поход только для двоюродных братьев и сестер, так сказала мама. Не знаю. Они будут заниматься сексом. Не все время. Может, не всегда, но будет марафон. Умеешь ставить палатку? Не может быть сложным. Я чувствую, что я ему не нравлюсь. Ты гей? Уилл, я не гей. У тебя еще не было первой связи? У тебя ресничка. Ой, прости, Эрика. Алкоголь как? Я пьян. Таким его не видели. Я нарисовал картину. Это что-то. Ты талантлив. У тебя есть девушка? Не в данный момент. Есть девушка, которая тебе нравится? Да, вроде. Она знает, что ты ее любишь. Скорее всего, нет. Ты хочешь, чтобы тебя восхищались? Хочу, чтобы он меня любил. Ты не представляешь то, что можно пропустить.